каким должен быть идеальный смартфон. За последние пару лет характеристики смартфонов перешли на принципиально новый уровень. Собственно, в век высоких технологий сложно было ожидать чего-то иного. Новые инновационные решения современных производителей и по сей день оцениваются покупателями со всего мира. Одни смартфоны становятся настоящими бестселлерами, другие неизменно занимают нижние строки по количеству продаж. Сочетание в устройстве отличной функциональности и особых отличительных черт чаще всего является гарантом успеха среди пользователей. Так какой же он идеальный смартфон? Постараемся ответить на этот вопрос. Итак, приступим. Первое. Стереодинамики. Вопрос о целесообразности оснащения девайсов двойными динамиками вызывает массу недоумений. С одной стороны, многие пользователи не видят в них большой нужды. Но с другой стороны, лишними их тоже назвать нельзя. Так или иначе, именно наличие стереодинамиков позволяет в значительной степени упростить восприятие контента, будь то просмотр фильма или прослушивание аудиозаписи. Двойные динамики делают смартфон еще более функциональным, и это не нуждается ни в каком доказательстве. Второе. Мультизадачность. Возможность осуществлять несколько действий одновременно значительно облегчает жизнь пользователей смартфонов. С учетом того, что большинство современных устройств не обделены этим свойством, важно отметить не только факт его наличия, но и ее реальный рабочий функционал. Переключение должно быть быстрым и бесперебойным. Третье. Защищенный корпус. Еще на этапе выбора смартфона будущий владелец прикидывает стоимость возможного ремонта. Ведь, как известно, замена корпуса может стоить немалых средств. Зачастую это и вовсе не представляется возможным. Наличие защищенного корпуса в разы повышает интерес к устройству. Никто не откажется от девайса с противоударной водозащитной поверхностью. Четвертое. Выключатель громкости. Огромное удобство предлагает в этом плане iPhone. Да, даже такая незначительная особенность может стать весомым параметром при выборе нового девайса. Согласитесь, гораздо удобнее, когда есть возможность выключить все звуки, щелкнув лишь одной клавишей. Пятое. Двойная вспышка. Для совершенствования качества фотографий производители смартфонов все чаще внедряют двойную вспышку. Под этим словосочетанием понимается количество тонов. Разумеется, при комбинации темной и светлой вспышек снимки становятся еще более естественными и четкими. С учетом того, что смартфоны уже вытеснили из арсенала многих пользователей фото- и видеокамеры, наличие двойной вспышки никогда не будет лишним. Шестое. Стилус. Массу полезных функций предлагают некоторые модели Samsung, оснащенные уникальным пером S Pen. Подобного рода стилус позволяет использовать функцию контестных команд с рекордной функциональностью. Седьмое. Биометрический сканер. Отличным дополнением к вышеизложенным функциональным особенностям смартфона будет оснащение сканером отпечатков пальцев. Эта функция уже давно не нова, но, к сожалению, не все производители флагманов озаботились наличием этого параметра. Так или иначе, присутствие этой функции способно упростить использование устройства. Ведь при помощи нее можно не только разблокировать устройство, но и оплатить покупки в интернете. Мы привели наиболее значимый перечень функциональных особенностей современных смартфонов. В данном случае сложно определить золотую середину. То, что является желаемым для одних, может стать причиной полного разочарования девайсом для других. А вы уже решили, какое из устройств смартфона для вас наиболее ценно?